видели, да, вот по 19-му году. Соответственно, по парковке... А где именно? А, ну саму парковку-то большую. Ну, квадрат у вас там. Ну, да, да. Там, соответственно... Там можно... проезд один заложили, потом сделали. Ну, да, это моя идея была, потому что, грубо говоря, на том теряли два парковочных места. Поэтому, как бы, я сделал транзитом, оттуда въезд, оттуда выезд, ну, и, как бы, наоборот, тем самым, как приобрели дополнительно два парковочных места. И здесь, как бы, газон продолжен. Ну, мне почему-то так показалось, ну, более рационально. Я бы жалко, не поступало предложение там каких-либо тоже не поступало. Там, ну, единственное, значит, что со стороны 8-го подъезда там меньше газона, меньше парковки. Это объясните, где 8-й подъезд? Это Старцадом. Ну, подмосковный, да, сторона. Второму подмосковный, подъезд Старцадом подъезд. Желтую полосу нарисовали, да, я со всеми людьми разговаривал, что это запомнил. Второй мог под Москву, например, я заезжаю во двор направо, да? Да. Так, и что там? Нет, смотрите, если вы со стороны... Давайте мы даже фотографии ездим, я знаю, и вы его в чем не правильно тогда скажете? Будет прямо парковка. И сейчас теперь там. Сейчас найдем. Где вы конечно здесь вами могут там на третьем доме в Москву? И вот эта часть. Она же, конечно, на карту. Ну, там два места тоже ушло. Там 9 мест, еще желтую полосу нарисовали, парковка запрещена, да, соответственно. Там мест 8, там мест, да, несколько мест было. Ну, покажите фотографию. А, еще вопросик, а вот сейчас можно найти, в этом, как осенью заасфальтировали, но вот ближний ряд затоплен практически, выходит, что машина почти... А, перекладывается. А, перекладывается? Да. А, там в штрафовую воду, там сам жутон что-то неплохо сделали. У нас не только это место, у нас и большой, большую парковку, где молочная кухня, да, там расплавки тоже. Да, постоянно там и лососы ставлю свои, чтобы воду откачать. Но тут на наших, наверное, дома 7 поменьше, там мест, наверное, 5, так вот, ближние самые закупленные. Ну, слава богу, да, переложим. Берется второй в Москву. Здесь желтая полоса, там раньше народ ставил, в принципе, там вот штук 8 мест ушло, непонятно. Значит, ну, в вашем дворе сейчас флажки принесут, картинки загрузим. Значит, как разделили вашу зону, вот эту? Которая есть, она как бы делится у вас там практически, ну, на две. Потому что там, ну, зеленое насаждение, деревья, да, в том числе. Да, то. Есть флешка, нет? Плохо подготовились. Да, просто нам сейчас оно вверх. Скину фоксограмму, сейчас видеосилектор у нас идет, поэтому сотрудник сам заходит. Значит, как эту зону разделили, так вкратце пока расскажу, пока нам там готовится. Значит, ее разделили на две, совсем для малышей, и, соответственно, меняя полностью мак, он практически будет, ну, похож, но функционал такой же. Как вот букет у дома, да, или вы имеете в виду, какой сейчас у нас есть, он, да, немножко расширен. Да, соответственно, он станет чуть больше, вторая зона, где деревья разделяют, вот эту вот часть сделаем там совсем для маленьких. Вот, плюс у вас во дворе пройдет коронирование деревьев, вот, непосредственно, и сейчас пытаемся как бы с мусветом, если переговоры, чтобы дополнительно напор освещения поставить. Ну, немножко ваши дворы хотите засветить, именно как бы полянку зеленую. Я прошу прощения, на пол, чекалечку скажу. Так она на хранение. Она за эксплуатацией, на улицу. Вот. И, в принципе, в вашем дворе больше ничего делаться не будет. Единственное, мы как-то работаем по внешней части, вдоль второго нового подмосковного, там будет газон. Вот, уберу там цветники, которые у вас там каменные век еще. Ну да. Да, там просто будет ровно красивый газон. Вот. И планируется высадка кустарника. Так стоянка будет, значит, или нет? Ну, как бы уходим от них.
Вот сейчас просматриваем по цветочному оформлению, клумбы делать, ну, будет на магистрали, чтобы они просматривали, сколько у вас есть тоже. Вот, а в основном, как бы, все придомовая территория тоже у вас отсыпка желта и, соответственно, Вы имеете в виду платную часть, да? Так, а ну, тут дорожное полотно там будет, да? Вопрос, я в чем все связан? Потому что год назад почему-то сообщали на вход о том, что, например, в районе у 6 подъезда регулярно оказывается лужа, которую все обходят либо по газонам, либо поэтому регулярно одинались и зимой оказывается народ. Постоянно люди. Еще мы говорили о том, что вот между 7-м домом Волцева, да, и Московным, где магазин Мяснов, соответственно, там переход тоже регулярно образуется лужа, соответственно, тоже об этом говорит. Это непосредственно кто? Ну, а это вот возле подъезда, да, все время образуется лужа, все время. То есть ее нужно. Это 8-й подъезд, это 6-й. 6-й. Да. По поводу стояночки мы как-то не решили, она будет, ну, делать дальше. Вот она какая была. Это все. И со спутником выросли. Вот он, пожалуйста, место. Вот так сейчас срезаем. И ее нет. Вот у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 машин. Угу. Вот ее нет. Ну да, там сделали газон. Да, да. Для того, чтобы валить то снег, и чтобы он там тух летал. Ну, получается так, я так думаю, что он для чего его там делать. То есть сейчас даже... получается машина там, то есть и разъезд получается плохой, потому что нет если машины ставить. Да, там жёлтую линию рисовали. Вообще, ну, это как 8 часа, а может быть. Ну, когда человек с города пришел, да, принимал проработку, да, и я к нему подошел и спросил, ну так и так. Товарищ там один тоже, ну, который делал это все. Да вот мы там вот туда-сюда, он говорит, а почему тогда ты не брал большую, как сказали, квадратную стоянку? А тоже где не числится. Указ такой, да, ну, гласный, негласный, то есть, если есть что-то сделано, надо это узаконить и не надо ничего переделывать. То есть это жители устраивают, все в порядке, все хорошо. Но почему-то взяли, выставили выходной день. То есть, знаете, как украли просто. Быстренько вот так все разворошили, быстренько даже на щебенку накидали вот эту вот, ну, землицы и все так заравняли. По товарищи дворники. Да. Ну вот все. Ну, кто им сказал, что все делал? Ну, знаете, что мы по проекту, поэтому у нас тоже много. У нас была идея после этого хорошей, где молочную кухню. В общем, в итоге мы там не добились, к сожалению. Ну, но здесь, собственно, нужно было что-то делать. Просто мы будем оценить, сколько было переплачено и недоплачено, собственно, было приемно, и это же все устраивало, почему меньше. Ну да, да, да. Причем асфальт был положен, бордюры были покрашены или покрашены. Человек гордо сказал, что это обещает уже проводить компания, да, она красит бордюр. Он говорит, покрашен бордюр, значит, это ваш. Ну, взяли и убрали. Да, я думаю, что бордюр сейчас уже не красит. Нет, ну сейчас нет, ну до этого была там компания. При этом на этой же территории, вот с этой же стороны, где деревья, там есть одно дерево, которое вот норовит упасть. Ну да, вот это можно не убирать. Гоник почему-то никто не убирает, поэтому тоже сообщали на входе об этом. Ну не просто можно спить, можно стереть, оно не падает, но оно падает. Ну да, да. Снег налипнет какой-то. Ну какой? Вот как раз на этом месте, где мы стоим. Только он смотрит в другую сторону. Да, на этом газу. Он смотрит в другую сторону. Там регулярно, конечно, паркуются все. Запишите протокол. Поэтому проедут со второго Подмосковья, со стороны, напротив ДМС. А по поводу деревьев, вот, со стороны улицы Смолковского, там перед первым вторым подъездом, там есть деревья, ну, уже бекон, да, испорчено. То есть они тоже недолго простоят. Лифта. Да, там нет деревьев, два или три дерева. Не прямо в парке. Я там падали, такой редкий лес в бульваре. Это же еще много в 97-м. Вот это? 98-м, дерево, да?
Вчера проходил, да? Да. Тротуар входит туда, придомовой. Вот туда, сейчас как раз сотрудник подсказывает, входит ваш тротуар на зону подъезда. Чтобы это не сделали, что просто поменяли асфальт, потому что там все время скапливается уж там анализный пол. Вопрос в том, что нужно обратить внимание и проектировать. Ну понятно, но вообще всегда как бы делать шот подъезд сюда. Ну да, понятно, только она все время собирает. Там на самом деле. Смотрите, узнаете площадку вашу. У нас было два входа. Ну одна с выходом туда на парковку, да, получается? Ну она была. А, ну так на парковку. Ну здесь как бы не проблема. В принципе, все вот эти вот входы, которые есть, мы их максимально сохраняем. А здесь немножко как бы переиграли, то есть сделали зону отдыха в этом кармане. Вот эти вот квадратики зеленые, которые вы видите, здесь впереди, ну, вот эти существующие. Здесь, грубо говоря, как зона отдыха, и дальше вот городские разместили немножко по-другому. Вот, и, соответственно, качели одни добавляем обычные, ну, обычные двойные, да, качели, одни качели вот это так, ну, называется, как с гнездом. Такая вот площадка у вас будет. Принимается. Ну, а вот то, что вот бордюр по постоянно... функционалу она будет пошире, вот эта вот большая, которая стоит. То, что вот бордюр, они могут, да, как бы все время меняется, но если бланк вложили там и лежат, да, сок там не трогают, то когда меняется, же цены выкалывается, да, корневая система обрубается опять. Все-таки там траншеи не копируют. А, ну, тоже ну, получается, как-то тоже нехорошо вроде как бы. Ну, ну понятно, сейчас там где-то есть, там, у каждого дерева должны быть большие бордюры, там человек должен работать. Ну, смотрите, ну да, да, да. Ну какая разница? Все равно там все понятно. Вот, значит, дальше, а вот такая картина есть? А, ну, да. Значит, смотрите, ну, наверное, я бы задал такой вопрос, тогда, а где зона безопасности, там и прочее. Видите очертания зоны безопасности вот этих всех мам. Ну, соответственно, как бы это по нормативу. А вот сейчас вот этого нет, да? Нет. Сейчас нет, да? Ну, хорошо бы ее помнить. Ну, как бы, ну, есть, но не облагорожено, поэтому добавили. А за стоянка автомобиля вот так это, да? Стоянка с левой стороны. Большая, да. Вот эти квадраты, которые в этом году создавали, она вот здесь вот. Открой план, пожалуйста. А, дом, да, то есть это... Да. Все правильно, вот, здесь вот, справа, вход в карту. Вот она, ваша парковка. А, да. А вот он, детская площадка. А вот проход как раз, который по левой стороне от площадки. Ну, грубо говоря, а, вот, ну, вот. Вот так, вот так, площадка вот здесь уже. Вот так. Понятно, да? А вот один правее сейчас предлагаю. То есть вот этот выход, это карта. Это карта, да. И вот здесь вот у нас получается. Да, да, да. Карты, да? Только автомобили вот тут у нас? Нет. Ну, отойдите, я сейчас его приложу, поймете. Просто закрыли. А. Вот так. Вот эта дорожка сохраняется, вот эта парковка. Вот это вот, есть. Он идет к карте. Ага. У вас меняется, в принципе, только мапа сейчас. Скажите. Мало архитектурной формы и добавляется качелька. Угу. Потом безопасность, как бы, за его производитель просили. А что там за качели? Они, там же они качели стоят какие-то? Что? Качели. Сейчас есть, там же есть качели сейчас. Там детская моя... площадка есть, ну там есть. Ну есть, да. Только мы вам добавляем еще качели. А, еще. Да что? Ночью на этих качелях качаются не дети. Ну, если добавим туда освещение, соответственно, как бы, как ну, практика показывает, что сразу выбивается. Да. И кроме этого, сейчас как бы просим гору, чтобы они туда устанавливали городские камеры, которые отслеживают не только там воды. Да. Да. Вот эти детские площадки ночью они используются летом не по назначению. Ну, это сейчас осталось меньше. Вопрос. Даже у нас и на дальнем. Да, еще сукно не попало. Вот про эти вот газонки, я говорил, которые на внешнем. Сейчас сторону по Москву, но вот эти колонцы. Ага. Ну, газон, и тут вот сами посаживаются.
То есть, в смысле, вы их оставляете? Да, конечно, оставляем. Конечно, просто сделаем понижение газона. Вот, и, соответственно, как бы он подсел. У меня все. Вопрос. Мы так насколько стоянка не будет возвращаться. Хорошо, тогда еще. Которого показали. Да. Вот там даже по плану не есть. Нет, нет, которого показали, точно не будет. Посмотрите, как она хорошо проходила. Да? Все четко чекнет. Она даже, видите, не входит в границу вашего двора. Ну вот она. Вот наш двор, да? Вот. И вот она. Раз треугольничек вот так вот. А сейчас он прямой получается. Ну понятно, да, они уже восстановили его по этой границе. Не восстановили, а испортили, что было на установке. Тут как сказать, кого-то нужно регулярно шарф, да. Соответственно, регулярно оставляет новую нужду. Вот. Он напишет в управляшке, это самое, засветить все арки, перепортить, это становится самосвещение. Короче, еще начальник участка, да, поярче чуть поставить туда светильник. Ну, у вас там сейчас желтый вообще. Арка, арка там освещена. Проблема в другом. Людей не справят. Да, проблема в том, нет, смотрите, как бы, ну, повесьте руками, мы тебе объясним. Проблема в том, что эта арка забывается не с точным ничем. Соответственно, стоит на пути. То есть, хотя бы, не знаю, там, что было, дождь прошел, хотя бы, смогла, потому что люди хотят, если вы будете бороться с этим, это тоже хорошо, да, но вопрос запаха не остается, ведь все равно. Ну, посмотрим, давайте мы с освещением там поиграем. Значит, свет, освещение там есть? Как у вас сейчас по отъезду? Замечательно, запаха нет, так что спасибо огромное, да, огромное, да. Да. И вопрос это решился в течение, вот вы дали указание, да, в течение там двух. Недельно, наверное, решился, потому что не могли решить год. Да. Спасибо. Все нормально, да, отлично. Подъезд. Спасибо. Удовлетворительное состояние, все нормально. Ну, хорошо. Ну, это все знаете, кто обращался. Да. Смотрите, вопрос такой. У нас вот эта вот территория, да, бывшая, где-то там вот здесь детский садик, да, гуляла вот детишка. Да. Вот она ограждена забором. Вот что с ней? Мы можем это открыть и, соответственно, там с этой территорией поиграть. Хотите, да, давайте воркаут туда поставим, хотите, давайте просто газоном засеем. Ну, насчет воркаута, это, в принципе, неплохо, потому что у нас ближайшие... Здесь просто, смотрите, объясню, у нас вот, по-моему, 5 центров образования, которые вот остались, не у всех идет очерчение земельного участка. Я вот этот участок не проверял. Если, например, Ленинградка 8123, вот этот корпус стоит, у нее же тоже огорожена территория внутри. Там произошло очерчение земельного участка, а детский садик, который у них со двора. То есть садик остался, территорию у них город забрал. Поэтому я там совершенно спокойно буду забор убирать и эту зону осваивать в благоустройство полностью. Но у них там садик остался, а у нас садик-то нет. Да. Ну, садик-то нет, нет, просто отчуждение территории прошло. Или нет. А что вы там хотите? Ну, я хотел узнать, что вы предлагаете. Но, в принципе, ну, не знаю, как насчет тренажера. Там хороший какой-нибудь летний детский поход. Разместился на балконе. Очень хорошо разместился. Я вас так разместил. Что там за забор с травкой, яблоневые деревья, бог с ними. Понятно. У меня вопрос к вам. Да. Вот именно к вам вы не присутствовали, вы были, да, по Яблоневому саду, да? Да, да? Подскажите, пожалуйста, вот у нас есть школа, вот просто советую с вами, как жить на ближайших домов, да? Две встречи подряд мне задают вопрос по Яблоневому саду. Есть картинка у нас? Ну, который перед школой. Да? Перед школой, да. Вообще, какая позиция вот у жителей, что они говорят? Мы хотим зайти туда с благоустройством, и, грубо говоря, частично нет картинки. И, соответственно, как бы частично вот эту территорию используют, там амфитеатр поставят там для детей, грубо говоря, ну как-то вот эти зоны немножко поделить. Процентов на 10 там. Как бы деревья убрать, что-то пересадить. Да, давайте. Это который второй год, что здесь 17. Это же девятый. Который я бы не смотрел. Вот, смотрите.
И мы сейчас вот обсуждаем, что вот с этого прилегает. Это, ну, просто проект, макет, скажем, территория, прилегающая вот этой яблоневый сад. Вот эти дорожки, которые, ну, понимаете, да, вот это вот впереди, это яблоневый сад. Это все крики дорожки, да? Нет. Нет. Значит, это будет, ну, сначала предлагалась плитка, потом пошел у нас общественный резонанс с жителями на тему, значит, что яблоневый сад нам побудет, мы там жили, как бы ходили, там мы учились и прочее. Вот, значит, плитку убрали, давайте делать отсек. Ну, грубо говоря, просто зону пешеходную открыть. Соответственно, организовать в этом яблоневом саду некие такие интерактивные зоны, которые там, ну, типа, вот этот амфитеатр сделать, соответственно, где теннисные столы, зоны отдыха, ну, то есть как-то по саду это распространять. Как это территория как раз этого корпуса, она будет открыта, то есть будет уберут этот заход. Нет, забор не берут. Это территория школы. Территория школы. Понятно. В ночное время это закрывается. Нет, ну тогда это, в принципе, если школа... Там рядом же есть. Да, есть. За школой здесь школа. За школой как раз вот будут все спортивные объекты. А здесь как зона отдыха. Потом как бы директор школы предлагает для группы проблемного дня по данной школе разместить, ну, какие-то здесь детский городок образно, здесь, если это амфитеатр, как бы мы оставляем, не оставляем, соответственно, ну, какие-то постановочные спектакли. Ну, видите, просто вот мнение разъяснится. Говорят, давайте делать, кто-то говорит, вообще там не трогай, оставьте яблони и посади еще. Некоторые яблони там уже давно. Я не знаю, они что, яблоки с них едят? Не, ну старые мы поменяем, там высадим много. Все равно они тоже. Яблони это же не дубы. А? Яблони дубы. Яблони все останутся. Нет, сказали, что какие-то части купить придется. Сначала сказали, что купить придется. А? Какие-то сначала сказали, что купить придется. Ну, яблоки. Старые мы уберем, которые. Да, опять экологи нам прямо отметят, какие места не посадят. А это вообще предложение А вот здесь, знаете, предложение не школы. Именно вот это предложение, это не школа. Предложение ребят молодого актива, которые, грубо говоря, как, ну, развить яблоневый сад. Сколько человек? Был объявлен конкурс, значит, по участию в развитии этого сада. Это вот один из проектов, который выиграл. Это в самом школе где? 4А. Не, я имею в виду, это актив в самой школе, сами ребята. В самой школе, да. Сами ученики. Соответственно, это ребят, которые первое место отдали. Вот, а это просто как бы мой дизайнер наложу уже на да, дает предложение. А бюджет? Или вот другой школы учили. Бюджет отдельного финансирования мало. Старые яблони уже. Ну, ну я не знаю, это на самом деле. Так вот у меня сам. Я вообще Мы знаем, что есть, проходим мимо. Если она была скрытая, то так скроена. Зеленая травка, все вырезано, там эти яблоневые деревья. Промойдешь работу на подаче. На самом деле, не Серег, если они не используют. Ну, цивилизация, а там дача, переделки. На самом деле, я лично нормально не помню. У нас не тоже. У меня есть по этой поэтому зданию. Всем другой вопрос, в другую сторону. Наверное, граничится падением воды. Да.
снести. Проблема следующая. Поговорение хотите? Да. Слова решил уже этот вопрос. Когда будем обсуждать следующую территорию по благоустройству, я вам расскажу. Это будет благоустройство дворовой территории по тому номер 6. Вот когда будем обсуждать это благоустройство, я вот про это все расскажу. Потому что слова были с какого дома? Я 7. Да, 7. Я 7. Там проблема просто, ну, больше степени к 6 дому. Проблема там основная в том, А проблема в том, что они регулярно с утра маски стоят, да, вся офицеры, элита стоят, и вот приходят ученики, школьники, не совершенно эти совсем дошкольники, с родителями, и все наблюдают в квартиру. Да, у нас, собственно, вроде даже оздоровление. Да, я понимаю, о чем он говорит, там еще спаца выйдет, идется поздравительно. Ну, о чем говорить? Нет, там проблемы уже как бы проговаривали, сколько мы встречались, уже все решили. Прямо при благоустройстве, там, тем с ней так. Ну, ко мне вопросы есть. Давайте про вижу. Да, я бы не высад. Я бы не высад. У меня все. А у нас, ну, мы по осаду еще хотели пойти. Я сказал. Не, ну вам же мнение надо или как? Да, мне, ну, мне не важно. Мнение важно, да. Ну вот, например, у нас мнения разделились вообще. Да, да. А мы, вот наша часть считает, что если будет лучше, а почему бы нет? Да? Потому что мы там не бываем. Явно ли там есть старые, уже понятно, что там как-то вот новые посадить яблони, это облагородить территорию, это наше. А вот другая часть... Я считаю, что оставить. В девственном состоянии уголок, да, девственной природы. Ну как, а джунгли, не так? Да, хорошо, а если вот, ну, мне придется нейтраль между вами создать, что я должен для этого сделать? Ну, еще, кроме нашего мнения, еще же, дом номер 5. А кто такие активисты? Кто такие активисты? Кто такие активисты? Это молодые люди какие-то. А молодежь хочет как бы вот эту зону все обыграть, но максимально сохранение вещи. Значит, грубо говоря, их родители говорят, не трогайте, оставьте нашу историю. Правильно, я поддержу. Это как есть бабушки-активисты, которые в этом под гармонии песни тоже бывают, там поют они, соцзащиты. Потом они ходят там везде, вот хлопают. Нет, бабушки, ну, если это будет, мои, я не обижаю никого, но они очень много хлопают, и говорят, вот они все решили, молодцы. Вот так. Я там на близких хлопок не показываю. Так же все активисты сохранить, деревья. Первоначальный вид, а максимально сохранить, добр будет. Не, ну там нет, там ничего не остается, если ты в природе живешь, или ты живешь. На самом деле там рядом раньше пруд был, вот сейчас его нет, пруд. Пруд, если выкопать там пруд, тогда яблони сохнут. Там, кстати, эти яблони подкрались. 5-й пруд был 2, по-моему, знаете, как пруд. Не, мы надо срубить все. А около вашего подъезда речь. Какой-то домишек там есть. Входим от того, что... Ну да. Значит, что еще оставляем тут, что делать? Иван Павлович. А может быть, расскажете по поводу, ну, помимо того, что не обсуждается вопрос, да, замены яблок, а по поводу, да, по поводу амфитеатра, ну, то, что предлагается по благоустройству яблони сада, ну, для тех, кто хочет благоустройства, то есть там и амфитеатр, и воркауты, теннисные столы, велосипедные дорожки, что там еще, теннисный корт, ну, то, что у вас нарисовано. Не, к тому, что присутствует. Ну, мне кажется, просто не всю информацию рассказали. Я пока нейтральную, да, позицию занимаю, но хотелось бы то, чтобы не все в курсе этого концепции благоустройства. Вот, и хотелось бы получить, ну, если вы спрашиваете мнение людей, то, может быть, донести больше информации до них. Нет, ну, там, нет, ну это все понятно, в принципе, там одно сделать, второе сделать, но, там, поэтому там уже достаточно места, которое уже... Ну вот, допустим, вчера были, вчера и неделю назад было много, много вопросов по поводу амфитеатра. Там, и... Так, про амфитеатр я рассказал. Да, ну... Что вы хотели, чтобы я добавил? И про велосипедные дорожки, и про площадки, и воркауты, про все это. Но то, что это не будет... Про дорожки речи не было, про воркауты...
ну, скажем так, все соглашаются, что спортивная зона будет находиться за школой. Не-не-не, это вот. Открыто. А вопрос, резонанс у нас был только по явному саду, поэтому я как спортивную зону даже обсуждать сейчас не стал. Ну да. Да, а дорожки, вот вчера было мнение, то, что дорожки, ну, из отсева щебня, да, они должны остаться или не остаться. Вот все-таки какая. Вот на этой концепции я вижу пешеходные дорожки, которые идет вокруг яблони сада, из отсева. Вот, вчера тоже, поэтому мне по этому вопросу вчера было много вопросов. Да нет, я же третий раз это слушаю. Вопросы, конечно. Вопросы. Потом у нас есть еще. Ну, задавайте пока. Ну, если благоустройство, то что-то эксплуатация. Ну, вот у нас забор со стороны космонавта Волкова, да? Ну, такой. Да. Красивый. Сразу рассказываю, понял, какой вопрос хотели задать. Вот, вчера мы обсуждали вопрос благоустройства территории 5.1. Ну, это напротив 5, да. Ну, да. Вот. Соответственно, как бы инициативная группа по пятому дому попросила, чтобы мы внесли изменения сметную документацию и включили реконструкцию данного забора. Да. Ну, у нас вместе с воротами будет. Да, у нас значит, поворот. Значит, поворот. У меня есть такая же прошла ваших этих ворот. Они были у вас. Были там красивые синие ворота, наверное, так скажу. Кованые такие. Красивые синие ворота. Практически. Смотрите, разбирался с этим вопросом. Значит, в 2018 году, по-моему, да, была комиссия по самовольному строительству, освобождение зон как бы, города Москвы и прочее, ввиду того, что эти ворота были закрыты. Вот, по обращению жителя. Как раз, по-моему, то ли с 5-го, то ли какой-то с 3-го. С 3-го дома, чтобы нет сквозного проезда. Значит, принято решение комиссии по самовольному строительству эти ворота демонтировать. У нас получается желание. Дальше жители, значит, обращение. Хотел полиция. Украли ворота. Все. Значит, полиция стала расследовать. Значит, это автомобильные дороги города, которые по поручению комиссии по самовольному строительству. Создан акт по госинспекции, по использованию недвижимости и все. Так что ворота вам поменялось к нам точно. Другая проблема. В нашем районе не везде стоят знаки, что это дворовая территория. А народ начинает ездить с большой скоростью. Забор стоит, а ворот нет. Это просто уже как бы, это же было тоже архитектурно. Я понимаю, архитектурно, я фотографии уже все есть. А сейчас просто это малая территория, которая имеется, а жители вправе по протоколам общего собрания установили там шлагбаумы, ограничивающие какие-то там те же самые ворота. Жители должны. Но вот эта вот территория, где детская площадка и забор, он, к сожалению, не входит в районе жилого дома, кто голосовать будет. А этот забор имеет привязку к 7-му, к 3-му дому. По факту, грубо говоря, и он его нигде нет. Это наши стоянки. Поэтому зачем? Грудите лихо. Ну да. Поэтому по поводу знаков о том, что это. А по знакам. Вы обратите внимание, там уже ЦУДТ стали устанавливать сейчас знаки. Ну, лежащие полицейские у вас там добавятся на 35.1, где молочка, где раньше он лежал.
Ну, вопрос в том, что я имею в виду вот эти вот, которые ворот, в том числе для открытия, нигде стоят у меня, скажем, с Волкова. Слушайте, я Бергану вопрос, пусть и... Я понял, то, что у вас транзит пробку объезжает, да, через Волкова. Да, через, да, через, и через, в том числе с Зоей, через, в районе как раз Академик, там тоже, по-моему, стоит. Где Зоя стоит знак? Точно, точно. Если едете от Квара Цепкина и налево за здание поворачиваете, там стоит знак. А, сейчас. Вопрос еще. Ну, по забору, да, вчера сказали, что, в принципе, рассмотрите возможность, да, забор этот отреставрировать, осветить. Вот как за день поменялось ваше мнение? Да, мнение уже поменялось, и поручение было давно утром, уже его просчитано. Соответственно, смотрят, для какого сумма выходит, а что мы у вас там другого как будем убирать, чтобы его сделать. Угу. Забор будет. Единственное, по колеру мы с вами будем уже отдельно, когда мы представляем, будем обсуждать на цвет. Потому что ребята предлагают колонны сделать белыми, соответственно, саму рамку под эти колонны сделаю желтым по цвету. То есть это потом уже по колеру на месте. Еще вопрос. Там еще вот то, что площадку, ну, парковку, да, реконструировали и вокруг положили рулонный газон, да, но его вот только возле парковки, а там дальше как тут? Там дальше где? Ну, на другой территории, то есть вокруг детской площадки, там у нас практически голая земля есть. А, мы где-то не докатали. Нет, какую зону иметь, двора вашего, седьмого? Да, седьмого, по седьмому только, да. Значит, объясню. Рулонник, там где тень, растений будет. Мы сейчас при создании, у вас и сейчас там ничего не растет. Мы сейчас при создании вот этого рулонника. И положили его поздней осенью, да. Это ему наоборот хорошо будет. Да? Потому что он водой пропитается, мы его отливать устали, когда его жалко ложим. Вот. Значит, по газону. Сейчас мы вот эту документацию включаем специально семена, которые у нас будут расти в твоих углах. Потому что у нас не только ваш как бы двор, реально было из-за того, то, что нет солнца. Мало как бы пропускаемости и, соответственно, не хватает этого ультрафиолета. Поэтому этот вопрос известен, сами хотим, чтобы все зеленое было. И рулонник у вас тоже погиб. Ну просто нет. Все, еще вопросы. Всем спасибо, я на связи, я жду всегда, поэтому... По капитальному ремонту можно завтра? Это долго мы с вами. В четверг в 9 утра я жду с удовольствием. Каждый четверг провожу совещание. У нас общий вопрос, не конкретный. А я знаю то, что у вас туда зашли капитальщики, у вас там, по-моему, сейчас в подвале реконструируют там сами все. Да, мне нужен у нас общий вопрос. Капиталка?